Институт международных отношений Казанского федерального университета организовал встречу студентов и преподавателей с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ Али Рашидом Аль-Нуайми, председатель Международного центра Хидая по противодействию насильственному экстремизму, председатель Департамента образования и знаний правительства Абу-Даби, член исполнительного совета Абу-Даби доктор Аль-Нуайми имеет докторскую степень в области образования университета имама Мухаммеда бин Сауд Саудовской Аравии, а также степень магистра и бакалавра в области образования Портландского государственного университета США. An honor to have to be in this university. I learned a lot during my visit to Russia and to Republic of Tatarstan. And in this university today, I learned a lot. I want to say to the student, you should be proud of being a student in this university. This university not only has a history, but has great achievement. За день до встречи со студентами и преподавателями Казанского федерального университета Али Рашид Аль-Нуайми встретился в Казанском Кремле с государственным советником Республики Татарстан Ментимером Шаймиевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в области исламского образования, сообщает пресс-служба президента Республики Татарстан. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс.